Приветствую вас, друзья. У нас карта дня 14 апреля, четверг. У нас три варианта, выбирайте. Первый вариант. Семерка пентаклей. Это карта ожидания и терпения. Карта говорит, что сегодня вы можете получить подтверждение тому, что трудились не напрасно, и ваш проект имеет хорошие перспективы. Это могут быть первые материальные ласточки грядущего успеха, первая прибыль, первые плоды. А может быть, вы получите новости или информацию, подтверждающие ваши самые оптимистичные прогнозы. Да, для осуществления задуманного, возможно, требуется еще время проявления вами терпения, чтобы вот дождаться нужного результата. Но мечтать-то уже вы можете сейчас. Тем более, что карта дня обещает, что для оптимизма у вас будет повод. То есть карта дня говорит, если процессам дать достаточно времени и не мешать их развитию, то вы обязательно получите свой урожай. Второй вариант. Рыцарь жезлов. Карта дня может говорить о важном деле, которым вам сегодня предстоит заняться. Рыцари всегда несут стремительные события. Это может быть отъезд, переезд на новое место жительства, может быть для кого-то иммиграция, смена места работы или вообще направление деятельности. А также поездки за границу, это может быть по делам, отдых. Также карта дня говорит, что у вас сегодня может возникнуть необходимость обратиться за помощью или поддержкой хорошему профессионалу своей области. Не бойтесь довериться этому человеку, его вмешательство в ваши дела окажется для вас благоприятным. Третий вариант. Восьмерка жезлов. Карта дня говорит, что в делах, которые, может быть, зависли, появятся новые движения, то есть произойдет перелом к лучшему. Или же произойдут какие-то радостные новости, приятные неожиданности. Это может быть связано с работой. Кого-то может дать сегодня повышение по службе, повышение зарплаты, может быть, какая-то неожиданная премия или одобрение вашего проекта. Также это карта путешествий, причем нередко самолетов. Хорошего вам дня!